Hello, друзья мои, добро пожаловать в игру The Sims 4. Мы продолжаем с вами рубрику различных интересных дополнительных материалов в игре, и сегодня я хочу вам показать один обалденный пак, который мне настолько понравился, что я решила под него даже семейку создать. На данный момент этот пак доступен на Патреоне в виде раннего доступа, но с 26 марта его смогут скачать абсолютно все, поэтому если вы не являетесь подписчиком креатора на Патреоне, то подождите до 26 марта и сможете его скачать. В этом паке есть более 50 различных предметов гардероба, и вы сможете их использовать как и у взрослых персонажей, так и у подростков. К сожалению, для детишек и тоддлеров ничего не вышло, но то, что есть сейчас у взрослых персонажей, мне, честно говоря, уже понравилось. Этот пак называется «Париж». И вот знаете, у меня сразу же возникла ассоциация с семьей, которая приехала во Францию на каникулы. Я решила создать семейку, в которой есть папа, мама, брат с сестрой, и у них есть еще младшая сестричка. Они приехали на каникулы в Париж, они достаточно все разные. Отец очень упорно долго работает, и, наверное, это впервые за долгие годы у него такой вот отпуск получается. Его жена заведует, возможно, картинной галереей, может быть, она директор, может быть, она владелец, может быть, она там тоже рисует, и вот она прям влюблена во Францию и хочет приехать и получить немножко вдохновения. Их сын, старший сын, он такой, знаете, немножко раздолбай, немножко такой вот бэтбой, ему эта поездка вообще не интересна. Он хотел тусить с друзьями на каникулах, а родители сказали нет. Мы едем во Францию. У него есть младшая сестренка. Она его младше буквально на год-два, но она просто влюблена во Францию. Она тоже любит картины, она любит рисовать вместе со своей мамой, поэтому она, конечно, была очень рада поехать на каникулы. Ну и у них есть младшая сестричка, тоддлер, которой, в принципе, все интересно. Это же тоддлеры, они любят путешествовать, поэтому они, конечно же, взяли свою малышку и отправились путешествовать во Францию. Но, как вы понимаете, весна во Франции, романтика, все дела. Поэтому я решила, что этой семейке должно точно там понравиться, и ей должны понравиться новые материалы, которые появляются в игре. Сразу вам хочу сказать, что под конец этого ролика я вам детально покажу, какие же материалы появляются в игре, что вы получаете в этом паке. И, как я вам уже сказала, эти материалы действительно, во-первых, от классного креатора, а во-вторых, они все очень качественные. Помимо того, что вы получаете несколько причесок. Кстати, этот креатор создает обалденные прически, я вам уже в прошлом... В прошлом ролики по прическам показывала просто шикарнейшие прически, писали в комментариях, что они в принципе похожи, но знаете, то ты создаешь персонажа, да, есть похожие прически, но там, допустим, хвостик в одну сторону, а тут прятки, например, выбиты. И вот одному персонажу тебе хочется именно такую прическу выбрать, а другому персонажу тебе хочется выбрать немножко другую прическу, поэтому очень классно, когда... дают тебе несколько вариантов. Вот это действительно очень здорово, потому что много раз я находила прически, ну вроде классные, но вот мне надо, чтобы немножко в другую сторону прятки лежали, и все. И извините, другого варианта у нас, к сожалению, нет. Также помимо причесок, мы с вами получаем очки, мы с вами получаем чулочки очень классные, мы получаем различные кофточки, различные брючки, но, знаете, вот как обычно... мужчинам чуть-чуть меньше одежды добавили, но в то же время она тоже очень классная. Несколько беретов, очень классные береты, как мужские, так и женские. Ну и, конечно же, всякие вот такие вот аксессуары в виде очков. Кстати, вот очки, которые я здесь заприметила. Мне кажется, что они идеально бы подошли Джонни Сильверхенду, если бы мы с вами создавали что-нибудь из киберпанка. И тут Даша начинает думать, а может быть действительно стоит что-то создать из киберпанка в Sims 4? Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такая идейка. У нас появилось достаточно много брюк, вы можете сейчас это увидеть. У нас появились различные юбки. Мне, что очень нравится, у нас появились вот такие вот короткие топы, и они, получается, есть как отдельно, так и с вот такими вот пиджаками, жакетами. Знаете, вот такая вот одежда, мне кажется, даже может подойти на зимний период в каком-нибудь более-менее теплом городке. Конечно, зимой в таком пиджачке особо не походишь где-нибудь возле горы Камареби, но, допустим, например, в... в том же Дель Сольвелле, почему бы и нет. Смотрится все очень круто, и огромнейший респект, конечно же, автору за то, что есть очень много цветовых решений. Есть различные топы просто с рисунками, какой-то определенный цвет, и там какой-то есть рисунок. Ну и, конечно же, есть просто с различными узорами, поэтому мне кажется, что любой найдет что-нибудь, что ему подойдет, что ему понравится, подойдет по вкусу, ну и, конечно же, сможет создать свою семейку. Как я уже сказала, 26 числа вы сможете скачать этот набор абсолютно бесплатно, либо же вы можете оформить подписку на Патреоне.
Насколько я помню, подписка стоит всего $2 в месяц, и тем самым вы получаете ранний доступ ко всем материалам, к различным интересным постам этого автора, к различным роликам, к различным постам в плане раннего доступа, то есть вы сможете посмотреть, что в планах у креатора, ну и также можете задать ему вопрос. То есть, допустим, вам вот хочется какую-то прическу, я уже листала на Патреоне, и люди сбрасывали там, допустим, вот хотела бы увидеть такую, и хотела бы увидеть такую. Ну и мне кажется, что самые интересные прически, конечно же, могут заинтересовать креатора, и он может попробовать что-то такое сделать. Честно говоря, у меня периодически тоже появляются идейки что-нибудь попробовать такое сделать, хотя бы из тех причесок, которые у нас есть в игре, а вдруг у нас с вами тоже что-то интересное получится. Ну и, конечно же, друзья мои, напишите, пожалуйста, в комментариях, а какое еще бы вы хотели узнать рубрики в нашей, рубрики в рубрике, дополнительные материалы. Может быть, вас интересует, например, какая-нибудь мебель сугубо по каким-нибудь комнатам. Может быть, вас интересует какая-то конкретная одежда. Может быть, скинтоны. Может быть, те же мужские прически, потому что у меня это самая большая и больная тема. Мужские прически почему-то, особенно Maxis Match, попадаются крайне редко. Ну, вот такие прям, чтобы мне вот прям очень понравились, потому что зачастую они какие-то немножко... Ну, не то чтобы пластилиновый, ты смотришь на скриншот, он такой классный, красивый. Ну, а в итоге получается, ну, не то, что немножечко то, что тебе подойдет, то, что тебе нравится. Также, конечно, еще больная тема скинтоны, потому что, опять-таки, ты смотришь на фотографиях, все очень круто, а затем заходишь в игру и немножко расстраиваешься, потому что почему-то у очень многих скинтонов, я обратила внимание, есть проблема... почему-то полностью выглаживается нос. Такое ощущение, что мы с вами создаем одних Волан-де-Мортов. Поэтому это тоже такая вот небольшая беденька. Беда-беденька есть в Sims 4, но в то же время всегда можно найти что-то интересное. Поэтому, друзья мои, напишите в комментариях, что бы вы следующее хотели увидеть в нашей рубрике. У меня для вас есть несколько интересных вот таких же вот паков, где вам сразу же загружают не только, допустим, там несколько причесок или несколько каких-то костюмов, а вот такой вот, знаете, вот я назвала этот наш прикид для наших персонажей, точнее даже нашу семейку, каникулы во Франции или же романтика во Франции, весна во Франции, называйте, какой-нибудь из этих можете выбрать название, и мне кажется, что оно идеально подойдет. А наряды очень классные, мне кажется, они подойдут как и для повседневной одежды, так они подойдут, например, для какой-нибудь вечеринки, может быть, для какого-нибудь праздника. Но вот, как я уже сказала, мы сейчас с вами уже перейдем к созданию тоддлера. Ну вот почему-то малышам ничего не добавили, хотя мне кажется, можно было бы симпатичный беретик, оно бы смотрелось, ну прям очень миленько на нашей малышке. Но в то же время и спасибо за такой контент, за такое количество одежды, потому что я знаю, как часто ребята жалуются, что в обновлениях, в бесплатных обновлениях Sims 4, к сожалению, добавляют достаточно мало интересной одежды, и потом ты такой сидишь и думаешь, а где же еще, дайте нам, пожалуйста, потому что, например, вот когда у нас годовщина была недавно у Sims 4, вышло обновление, нам, по-моему, добавили одну кофточку и одни джинсики. Но тут уже как бы вопрос скорее не к креаторам, а к я. В любом случае, друзья мои, я надеюсь, вам понравились наши персонажи. Я надеюсь, что вам понравится сейчас кратенький обзор всех материалов, которые появились у нас в игре. Вы сейчас увидите все-все-все, что у нас есть, даже все рисунки. Ну и затем напишите в комментариях, как вам вот этот наборчик, нравятся ли вам такие паки. Ну а я буду с вами прощаться. Хорошего вам настроения, добра, позитива, до скорых встреч. Пока-пока!